Ты что-то хотел мне сказать? Просто хочу поблагодарить за вчерашнюю ночь. Вчера ночью тебя со мной не было. Я говорил со своими фантазиями. Ты никогда не сдаешься, да? Поскольку реальных удач с тобой нет, ты преследуешь меня в моей фантазии, даже не в одной. Сейчас как раз такая фантазия, не так ли? Да. Что-то новое, или ты опять раздеваешь меня взглядом? Если я сделаю это руками, ты меня убьешь? Я согласен, правда?